Так, ничего не надо. Так, он без сознания. У нас есть вторая шина, теперь... А может рентген сначала ему сделать? У меня есть для тебя челлендж. По всему видео разбросаны 5 бананов. Вот первый. Если сможешь найти еще 4 и написать в комментарии, где они, я переведу тебе 1000 рублей. Кто вы будете в будущем? Если вы сейчас все это проигнорируете, будете бомжом. Если поставите лайк, будете миллионером. А если вы подписаны на канал, то будете миллиардером. Глент Кобяков, мы попали в медицинскую школу. Практика! А еще, меня зовут Надежда Айболитовна, курсы медицинского образования. Ориентируются в медицине. Ну а что за приз, пока секрет. Мне необходимо проверить ваше зрение, чтобы правильно рассадить вас по партам. 4. Подожди, что за читерство? Реально, пожалуйста, чё, давай. Офигел. Дальше ничего не вижу. Да уж, Кобяков. Твоими очками тебя можно сразу тоже на первую посадить. Че, я ничего не вижу. Ну так давай, сразу на первую парту. Я этот текст даже с закрытыми глазами вижу. Подписаться на канал. Отлично, у тебя 1. Ты все правильно сразу назвал. Кобяков, это не оценка. Я сажусь на заднюю парту. Серега, у тебя какое? -9. Интересно, какое зрение у подписчиков? Если кто-то знает, напишите в комменты. Нам предстоит изучить анатомию. Задание, за которое вы будете получать поощрительные призы. Будете не очень хорошо справляться с заданиями, будете получать половинку. Лучший интерн получит годовой запас витаминок. Походу, банка аскорбинок моя. У меня по биологии. Пестики, тычинки, это не про органы. Реально? Да. На столе будут разложены карточки с названиями костей. Показать эти кости на нашем манекене. А лучевая кость это где-то или вот это, или вот это. Ты был близок. Лучевая кость расположена вот здесь. Плечевая кость. Да что ты говоришь? Моя хорошая. Сейчас покажу. Где же, интересно, плечевая кость? Вот здесь. Ты знаешь, что такое плечо? Вот это вот, кость. К сожалению, это неверный ответ, вот здесь. Реально? Тазовая кость. Поздравляю, это первая победа. Ехатня. Скуловая кость. Что ты говоришь? Даже не знаю. Вот это вот здесь. Вот это вот скуловая кость. Уверен. Нет, вот это скуловая кость. В целом правильный. Находится вот здесь. Я так и знал. Поздравляю. Сколько всего костей в теле человека? 63. 561. 80. Правильный ответ 206 или 208. Почему 206 или 208? Это как две по выбору? А какие отсутствуют? Копчик может отсутствовать. Можно. Сейчас вернусь, пацаны, не начинайте без меня. У меня есть для вас супер крутая новость. Ты можешь пообщаться со мной. Внимание, А4 чатик. Кроме нас, там есть еще много других персонажей. Даже есть носок. Представляешь диалог с носком? Правильные ответы, чтобы диалог продолжался. Выбираешь неправильный ответ, то... Ты проиграл. Пишет мама и спрашивает. Почему ты не в школе? Нужно включать мозги. Ну и, наверное, интересно, да? Какой у нас с тобой диалог состоится? Чего не пропустил? Обратите внимание на доску. Кажется, что здесь чего-то не хватает. Ног. Какие варианты? Органов. Совершенно верно. По 2 органа. Вы будете располагать их на нашем экспонате. Это что? На голову. Это точно на голову. Это мочевой пузырь. Совершенно верно. Уверен, что там располагается? Конечно, уверен. Кто следующий? Я. Надо понять, с какой он должен быть стороны. Точно здесь. Место для печени еще. А место для печени? Желудок у нас располагается вот здесь. Вот так будет верно. Органы были названы правильно. 2 половинки витаминок. Нормально. Вообще легкотня. Сердце и легкие. Ну что я могу сказать? Немножечко повыше. Их нужно с легким смещением влево. В центре ничего не стучит. Не стучит, да? Нет. Органы названы правильно, поэтому я выдаю 2 половинки. А сколько весят легкие? 200 грамм. Они, получаются легкие? Глотка. Близко, но не совсем. Мозги мы размещаем. Ну, где? Ну, не совсем так. Ну что ж, с этим заданием ты справился лучше всех. 1,5 витаминки, я поздравляю. Ну, неплохо. Кто хочет заработать дополнительные баллы? Куда ты? Почему он выпрыгивает? Мы как... выдержали паузу, подняв руку. Это же не медицинская школа. Все-таки я за честную игру и борьбу. Итак. Это лайк, и он лагается прямо в сердце. Влад, то есть у кого есть сердце, тот может поставить лайк? Вы знаете, как измерять пульс? Вот так. При помощи Apple Watch Series 3. Попробуем измерить пульс с помощью пульсометра. 75. Отлично. 79. 79. 62. Вот это пульс спортсмена. Ускорить пульс. У вас будет на это всего 20 секунд. Поехали! Надо побороться, это кардио хорошее. О, ребята, я что-то передышал. Все. 146, 144.
падает. 86. 86. Большая разница получилась у Сереги. 147. За что ты получаешь витаминку? Формируем нашу выездную бригаду скорой помощи. Будем спасать людей, делать искусственное дыхание. У меня на столе разложенный медицинский инструмент. Угадать название инструмента. О, ребята, я этим как бы пользовался. Я в автошколе проходил. Шина. Шина, о, это шина. Верно, отлично. А это градусник. Термометр. Ингалятор. Я думаю, отличная версия. Осторожнее с этим. Это скальпель. Верно. Сделать идеальный разрез. Верно. Откуда такие познания? Тахометр. Тонометр, да. Специалисты используют этот. У невролога. Это наш пациент Алеша. Он потерял сознание, искусственное дыхание. Первое, вы зажимаете нос в рот. Затем необходимо сложить руки в замок. Ну что, Глентик, начинай. Добрый день, как у вас вообще состояние? Стабин. Кладем на рот, оживим. Снимаем масочку. Чего в этом постыдного нет, ребят? Нет, надо спасать Алешу. Это нужно делать вот так? Все, ладно, ребята, это не смешно. Быстрее, Глент! Смотри, как он надулся! 6, 7, 8, 9, 10! Отлично! Слышу! Алексей, привет! Верни ипотеку! Ритмичность и четкость действий. Так, берем марлю. Кобяков не старался. Дай воздуха человеку. Просто ломаешь ребра, Кобяков. Выжил, выжил! Есть такая вариация, можно вот так складывать. Красава. Вот теперь я. У меня мало времени, делаю. Так, а второй? Не надо, не надо. Хватило. Умер. Ты посмотри, он сломался пополам. Я здесь не было. Мы все зафиксировали. Ну что, получается, пациент мертв, мы можем переходить к следующему. Ну, надо уточнить у него, подписан он на канал или нет. Если оживим, спросим. Закрываем нос. Дальше собираем руки, скрещиваем и... Леха, здорово, подписан, ты подписан на канал. Пациенту снова плохо, его нужно срочно спасать. Дефибриллятор, короче, штука, чтобы его... Снять маечку. Нет. Так, маечка, давай, что делать? На гель нужно нанести на вот эти панели. Зубами, зубами рви. Быстрее, быстрее, пациент умирает. Достирайте. Так, теперь нажимаем на кнопочку заряда. Так, вот сюда. И что? Разряд. Ну, было? Ставлю мощность на 50. Давай. Заряд. Выжил, он выжил. Возвращаем панели на место. Для начала его выключаем. Вы молодцы, я вас поздравляю. Ура. Ура. Все, кроме Сергея, потому что он, к сожалению, не смог. Сейчас мы отправляемся в травматологический кабинет. А можно я гипс наложу? Ребята, вы сейчас сами выбираете. Я приду и проверю. Ладненько. Ну что, удачи. Ложись, я тебе быстро сделаю. Я ломал ногу просто, понимаешь? Я послежу. А я просто постою в стороне. Лявы, крысы. Ломать? Гипсовать. Давайте покласть. Голосуем. Кто за правую? Все решено. Правая рука. Нужно его намочить. Хорошенько, вот здесь вода. Подайте тазик. Ура. Офигеть, это так интересно. Люков, перчатку снимай. Лен, подай мне вату. Вытягивай вперед, как Супермен руку. И так много. Мягкость, чтобы было удобно носить гипс. Нормально. Итак, так, подкручиваем. Может быть, какие-то жалобы. Холодный гипс? Да. Это ничего страшного. Мне нужны бинт. Что ты сделал, Сергей? Так, значит... Почему так много гипсов? Наши ребята профессионалы, они работают всего лишь второй час. Неси тогда скальпель. Скальпель? Не надо скальпель. Что? Вот что засыхает? Ничего не засыхает. Серега, разберись, будто вам очень больно. А-а-а! Это неправдоподобно. Не дышите. Я же попросил. Все, рука полностью загипсизирована. Итак, проверяй. Аккуратнее, аккуратнее. Гипс. Делать еще последний штрих, давай руку. Так, повыше. Не надо повыше. Мы врачи, а ты молчи. Готово. Теперь следующий. Серега. Краска. О, это кровь. Для правдоподобности. Делаем жгут. Жгутиком затягиваем. А у меня еще рука есть, да? Да, все есть, все есть. Смотрим, что у меня есть. Серега, пожалуйста, не драматизируйся. Дыши. Дыши, все хорошо. Работают ли нервные окончания? Ты потерял буквально две капельки крови. Ну все, кровь-то остановили мы, получается. Ну да. Пальцы не двигаются. Вам очень срочно нужно наложить шину. Упали с горы. Так. Ему надо на живот. Так, стоп, на шине есть инструкция, смотрите. Надо перевернуть. Да, ничего не надо. Другая нога. Иди успокой клиента, скажи, что мы разбираемся в вопросе. Так он без сознания. У нас есть вторая шина, теперь выруби его. Спокойно. Ножницы где? Давай, ножницы, вот здесь вот. Это кость. А может рентген сначала ему сделать? Ну, а ладно, жить можно и с одной ногой. Жмякайте. А действительно, когда вы мне руку гипсовали. Попробуйте согнуть ногу. А, все. Вы в каком-то положении зафиксировали мне ногу. Так и должно быть. Это чтобы ступня не напрягалась. Перекрутили. О, так уже получше. Фух. Сейчас к нам поступ. Так, у него перелом шеи, но он дышит. Нужно резко вправить шею. Не надо! Я увидел огромного орла и решил посмотреть на небо. Просто нужна справка от универа. Да? 2 недели отгул от универа. В принципе, вы свободны. Мое уважение, ребята. Огромное вам спасибо. Клятва Гиппократа – это уже старый век. Что, я считаю, мы справились просто 10 из 10. Да. А я считаю, что это было просто баловство. Сергей справился лучше всех. Он хотя бы с умом подошел. Медиками вы не будете. Ну, а давайте сейчас пройдем. Вроде правильно все. Ты же у нас один все делал, да? Ну да. Вам нужно знать, что лечить. Объяснить симптоматику, не используя слов.
слово. Крокодил. О, крокодил, это моя любимая игра. Давайте. Рвота. Отравление. О! Чесотка, зуд. Лихорадка. Ветрянка. Ветрянка. Склероз. Я просто ни раз этим не болел. Холс. Съел холс. Ангина. Да. Получается... Оборок! Ебой! Почерк врача зачастую довольно сложная вещь. О. Что? Я расшифровал. Здесь какой-то китайский иероглифы непонятные. Я разгадал свое. Посмотрите, ребята. Мне кажется, у вас тоже получится. Смотрите. Подсказка. Она поможет вам расшифровать ваши рецепты. Пить много воды в течение дня. Обработать раны зеленым. Вдохнуть нашатырный спирт. При обмороке. Раздам по одной витаминке, потому что вы все заслужили. Мы с вами подошли к заключительному занятию. Будем накладывать швы. Вау! Что? Шкурка банана отлично заменяет. Меняет человеческую кожу. Сейчас сошьем. Быстрее удержу. И получает витаминку. Делаю узелок, чтобы ничего не разошлось. Ой, смотрите! Что случилось? Я пошутил. Пацаны, Серега сознание потерял. Ребята, спокойно, без паники. Вспоминаем, что мы проходили. Это нашатырный спирт. Комяков. Не, я, пожалуй, посмотрю просто. О, отлично. Это же просто, смотри, булавка. Такие приколы не пройдут на наших курсах. Вот так выглядит качественный шов. Давайте проверим. К, вот буквы К. Все, вообще полосочка четко, все шилось. Прекрасно. Серега, по-моему, зашивал носок, да? Так, технология Глента, где-то технология Влада. Проткнул кожу человека. Витаминку получает он. Обращайтесь, Ежи. Комяков. Ну где ты уже жульничал? Годовой запас иммунитета. Не за что, не за что, двоечник, отличник, спас. Было очень интересно, надеюсь, вам тоже. Доктор Айболитовна, всем пока-пока.